Бараков, я просто скажу, что сегодняшний день для меня начался с похорон человека, который служил в Альфе, который воевал с Басаевым, крайняя война, который достойно вел себя как мужчина настоящий. Василий Николаевич Денисов, тут полковник ФСБ России, снайпер, один из лучших снайперов России, который писал песни и пел. И в своих песнях он продолжал жизнь своего снайперского бытия, он бил в десятку и пулями, и словами, и музыкой. Я третью свою песню посвящаю Васе Денисову, а также всем людям, которые сегодня ушли от нас, к сожалению. И всем нашим родственникам, и всем нашим друзьям, которых нет, тоже нет. Потому что горные лыжи, сноуборд – это такая вещь, в которой жизнь и смерть идут по одной плоскости. И между ними очень тонкая, точная, невидимая грань, через которую мы иногда заступаем, и Господь прощает нас и возвращает обратно. И иногда нет. Кого-то он не прощает и кого-то не возвращает. Мир их прав. Они будут жить, пока мы...